Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. А в прошлой серии мы пошли в старый Honor Lund. Короче, старый Лондон. Убили четырех королей. А теперь нам нужно пойти вон к тому парнишке. Ну а что, давайте смотреть. О, точно. Кольцо нам уже больше не понадобится. Кольцо защиты. Подождите. А может мне этот поставить? Слушайте. Вот это колечко. Чик-чик-чик-чик. Ну типа, смотрите, что у меня. ХП прибавится, так? Больше бездну мне не нужно идти. А, ну кольцо лавы, в принципе. Противление огню. В принципе, да. Ладно. Тогда да. В принципе. Так, паук, я тебя сейчас убью. Вон мое колечко. Вот там находится внизу. О, там эти капа. Капы находятся тоже здесь. А, сейчас пробежимся. Сейчас немножко пробежимся и пойдем мы к боссу. А где мой дружок? Дружище, ты где? Так, а человечность я нигде здесь не могу, да, использовать. Блин, мне все равно кольцо это стоит. Я ж тебя поменял. Алло. О, мой приятель. Так, а пока что я сюда схожу, посмотрю, что здесь. Ага. Я у дружище. Че как? Че как? Че как? Прощай, дружище. Окей. Кажись, я немножко сдох. Немножечко. Порошок для починки. А, точно, у меня же порошок еще для починки есть. Круто. Чё, побежали снова? Тут можно, в принципе, съехать. Да, немножко котнуться, ну, не суть, ладно. Но не суть. Он сильный. Ой, 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 ой. А можно ты ко мне не пойдешь, приятель? Дружище. Давай договоримся. Я подбегу вот сюда, а ты меня не тронешь. Это что было? Это что было? Привет. Ты там как? Не, конечно, могу использовать этот лук против тебя. Эй, чел, чё как? Ай. Чувствую, у него все хорошо. Ну, в принципе, я понял против него тактику.
Он сейчас такой. Бежим сюда. Окей. Ой, что-то я рано, да, подбежал. Отъеходим. Хилимся. Он пока туда, в ту сторону пошел. Эй, неутомимый, я тут. Привет. Чё как? Не-не-не, сюда-сюда, приятель. Возвращайся. Главное, что я сюда успел забежать. Ай, промазал. Ай, ты умер. Ой, бедняжка. Отлетел. Ох, а теперь должна всю водичка спуститься. Лава. И мы сможем ходить там. Но там будет довольно сложно. Очень. Это самое сложное, по сути, место. Почему? А потом... Вот наше кольцо, которое мне нужно, во-первых. Чтобы я мог ходить по лаве. Так, за него дали только 20 тысяч. Это мало. Это очень мало. Хотя, подождите, у меня аж мои души там валяются. А сколько там было? 13, да, в районе? Кажется, в районе 13 тысяч. Буду надеяться, что это так. Так, сократим путь. Резав здесь. Резов вот здесь. А вон мои душки. Хотя, наверное, как-то здесь можно было маневрировать. Да, много, много. Блин, слушайте, а мне все-таки в ДЛЦ придется вернуться. Я там одного босса не убил. Дракона. Там есть босс-дракон, которого я не убил. Ну, наверное, в следующей же серии это сделаем. Сначала нужно здесь разобраться со всем. Так, получается, мне нужно всего лишь 4 человечности, чтобы сделать максимум костер. В нашем распоряжении сейчас в районе 40 есть. Ну, 40 точно есть у нас. Человечности. То есть 10 костров я точно могу поджечь. Это довольно выгодно. Где музыка? Музыки нету, печально. Вон, стоят приятели. 3 гиганта, 4 капы. Вон, один сторожит. Один сторожит. Окей, да? Агрессивные стали. Охерели? Сейчас я у костра своего отдохну, который я хочу найти. Так, хорошо. Давайте, ладно, костюм посмотрим. Мои приятели меня не должны тронуть. Черный, так, шитый золотой капюшон. Одежда ведьмы Квиланы из Азалита, Материи, Пиромантии и Дочери Хаоса. Она наносит этот шитый золотом черный капюшон еще до начала Эры Огня. Обеспечивает надежную защиту от огня, ядов и других опасностей. О, слушайте, может мне его одеть? Ну, чтобы, типа, лава мне не так много наносила. Это плохая идея.
По идее, здесь я отъезжаю, да? Хотя тут съехать запросто можно. Ни хрена их там. Капа. Там, блядь, капы даже нигде нету. Три. Семь штук. Семь гачар. Ебануться. Ну, я могу, в принципе, туда все равно пойти. К нему. А где кольцо мое? А, ну. Теперь он как обычный враг. Так, а где мое кольцо? По идее, вот здесь должно быть мое колечко. Сопротивление огню. Чё за... Аман? Я его купил. Я его купил. Повышает защиту от огня. Насколько? Давайте я попробую сначала с, а потом без. Хорошая защита. Очень хорошая. Ладно. Давайте переоденемся. Честно сказать. Да. Что ты по лаве похерячишь? Эй, а тебе нормально? Приятель. Ну ладно. Походу ему нормально. Будем забирать их по одному. Ай, больно. Ай. Так. Ладно, поубивай их всех. Попал. Убью их, значит, всех. Бежит он, бежит. Давай по лаве быстрее. Приятель, как ты? А чё ты за хрень? А что это за подстава? Что это за подстава? Почему и второй нагрелся на меня? Или он из лавы вылез? Бац, бац. Готово. Дальше. Последний. Ну. Не говоришь, что ты меня не видишь.
Отлично. Так. О! Ни хрена себе. Демонический. Ууу, здрасте. Давай. Найс. Бац. 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 Я потерялся. Да, все хорошо. Поехали. А, теперь побежали. Так он меня все равно увидел. Бац. Там тоже вижу проход есть. Хорошее сопротивление огнем. Очень хорошая, когда на мне весь костюм одет. Ну, это хотя бы никак раньше мне наносило. Чисто все хп. Не, отсюда, конечно, далеко будет бежать. Поэтому я хотя бы ближе к этому пойду, к концу. Скорее всего, там какая будет магия, да? Души. Ладно, сейчас вернемся за душами. Сейчас вернемся мы за душами. Нет, херово кольцо. Ну, давайте я все-таки, наверное, это поставлю. Все. Теперь вообще зашибись мне крещиком. И будем мы ваншотить быстрее всех. То что там что? Правильно, первое это плюс урон. Второй плюс хп, плюс стамина. Ну, восстанавливает, конечно, на стамину не так уж быстро. В смысле? А, не, капо. А эти челики что, одноразовые? Раньше эти челики тоже нападали. О, как я быстро кувыркаюсь. А если я сниму вот это колечко? А, ну это в принципе, потому что я в такой одежде стоять. Как я и ожидал. Ну так я хотя бы даже быстрее перекатусь. Сейчас забираем души с вами. Делаем две вещи. Забираем души, я телепортируюсь. С помощью косточки. Поэтому сразу косточки. Потому что у меня там плюс левелап. Level up. Позволяет получить на начал вечности и восстановить много здоровья. Много здоровья это full хп. Это что-то так хорошо. Бля, я сейчас понял, что я не смогу эту пойти тогда убить. А, боссиху с луком, хотя. Кольцо обязательно, по сути, одевать нужно. Ну видите, здесь еще минус, что здесь я только... Батя умный.
А мне, главное, никто ничего не сказал. То, что, эй, куда ты бежишь? Ты не прокачался. GG. Хорошие души. Когда будем гвин, уже на гвина идти, я использую все души, которые у нас вообще есть. Принять, окей. 444 у нас урона. По сути, это ваншот. Не ваншот капы. Не, если таким хватом атаковать, то скорее всего ваншот. Хотя... Чё-то я сомневаюсь. Что за ваншочу его? Ну, в принципе, попытаться можно. Попытаться можно. Давай посмотрим. Кап. Капуся. Капа-капа-капа-капа-капа. Да. Опа, демоническая мачете. 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 Плюс мачете. Так, ладно, нам, в принципе, сюда идти теперь. А, вот это самая опасная локация. То, что здесь... Три капы. У тебя вон чучело, которые сейчас стоят там. Я... Можно ко мне прибежать? Эй. Ко мне. Камон. Get to me. Окей. Бац. Ой. Нафиг. Готов. Плюс костер. Так, мне нужно 4 человечности. Так, 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 так. Использовать. Да, 4. Поехали. Первое, обратите опустошение. Нам нужно, если что, туда просто пробежать тогда. Ага, потом. Зажечь. Далее. Зажечь. И в конце. Зажечь. А как сейчас у нас будет проходить дела? Мы будем просто бежать прямо.
Вот эти вот парнишки. Будут нас встречать. А, так они ваншотятся. О, 40-ножка, да? Так, у нас две атаки. Пожалуйста, нет. Пожалуйста. Фух. Бац. 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 Пронесло. А нахера мне сюда? Ради сундука? Или ради чего? Я уже на самом деле не помню. Ради чего -то куда нужно идти? Это почти минус жизни. Я почти дошел до сундука. Кислота. Ай-яй-яй. Осколок. Да ёлки-палки. Я не хочу умирать. Да. Да ёлки-палки. Я просто боюсь вторую. Большой огненный этот. А что за эффект он мне дал?
А, я ж прочесть его не могу. Точно. Походу уменьшенный урон. Что, сбегать тогда этот? Отхилиться? Давай, приятель. Ах ты, говнюк, ты ждал, пока они, да, меня обойдут. Раз, два, три. Ну, это если обычные атаки. Душа. Не, меня вот эта херь пугает эффектная. Давайте я быстро вернусь. Да-да-да-да, яд, яды, яды. Тогда еще в левую сторону сходим. То есть вправо сюда. Тут можно пройти. Зеленый осколок. Ну, в принципе, сейчас мы с вами около костра отдохнем. Надеюсь, эффект спадет. Ну-ка. А, это значит, у меня был эффект сломанного оружия. Или давайте, может, на этом закончим. Да, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.